Ну и сейчас мы возвращаемся к главной новости этого дня. Военный атташе Турции в России вызван в Минобороны. Ему заявлен официальный протест. Сегодня турецкие ВВС сбили в Сирии российский военный самолет Су-24. По словам Владимира Путина, в момент атаки российский фронтовой бомбардировщик находился на высоте 6000 метров в 1 километре от турецкой границы. Путин назвал это происшествие ударом в спину, который нанесли России пособники террористов. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что из-за нарастания террористической угрозы в Турции внешнеполитическое ведомство не рекомендует российским гражданам посещать эту страну. Продажу туров туда уже приостановил крупнейший оператор «Натали Турс».